Привет, друзья, с вами Ревун. Мы продолжаем проходить Valiant Hearts. Сегодня третья серия. Кто не смотрел первые две, посмотрите, ссылочки сверху. Если вам понравится видео, не забудьте поставить лайки, подписывайтесь на канал. Ну и давайте начинать. Жмем продолжить и... Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Так, ну что, Эмиль, похоже, стал поваром, и его попросили приготовить сосиски, видимо, да? Угу. Так, сюда мы идти не можем, пойдем налево. Собачка. Ага. Так, собачке нужно налить водички. Вот так, наверное, да? Так, ну, теперь путь свободен. Собаку напоили. Это кухня, видимо. Так. Вода, огонь, сосиски. Огонь я вижу. Воду я вижу. Сосиски я, надо полагать, вижу тоже. Что это за картиночка? Ага. Картиночку возьмем. Давайте-ка посмотрим. А, это рамка для фотографии. Ну, окей. Ну, вы узнаете этого парня, да? Такая вот встреча. Неожиданная. Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе. И рана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю и очень жду ответа. Ты что же все жрать-то хотите, а? Так, как там было написано? Вода, огонь, потом сосиски. Так, наверное... Наверное, сюда. Так, если мы дернем за эту штуку, то неправильно. А если за эту штуку... Тоже неправильно. Так, а как же тебе добыть воды? Может быть, здесь? Нет, здесь не работает. Так. Так, 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 так. Как воды-то? А, может быть, вот здесь крутилка? Да. Давай, давай. Так, вода теперь... Огонь! Ну и сосисков, видимо, надо набросить. Опа! Отлично, мы справились. Ну что, наверное, надо к столу подтащить эту хавку. Собачка. Опа, 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 опа! Вот к этому ножичь ты не готовила. Англичане обстреливают. По-моему, это отличный шанс отсюда свалить, нет? 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 Наверное, надо в убежище бежать вот сюда.
здесь, может быть, не накроет? Просто завалит, да? Ой, собакейка. Так, прожмем Alt. Один. Давай, давай, вытаскивай меня. Ага, спасибо. Мерси. Не знаю, понимает ли немецкая собака по-французски, но, видимо, понимает. Так, а здесь вообще закрыто. А если постучаться? Постучаться норм, можно. Душераздирающее зрелище. Как-то вам не очень хорошо, да? Что ты хочешь? Все, кто мог, эвакуировался на Цепелине, видимо. Так, ну что, давайте возьмем бутылочку, раз здесь ящик стоит. Так, и что, и как бы нам куда? Снаряды, вот там лежит рычаг, наверное, это, да? Справа. Так, а если бросить попробовать? Куда-нибудь туда забросим. Ага. И собачку попросим. Вот, спасибо, умный песик. Это отлично. Все, вставляй. Так, а как же у тебя забрать-то, умная собака? А вот так вот просто, да? Ха, класс. Погладил ее так нежно. Все. Используем. И, видимо, теперь можем просто пройти, да? Так, а как здесь? Здесь три этажа. Если сюда встать... То, видимо, обратно не забраться. Здесь есть проход? Проход есть. Вот так поставим. Стой! Ну куда ты? Да куда ты, стой? Давай-ка еще разочек. Сюда и быстро наверх. Успеем, 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 успеем. Успели. Так. Собачку надо, наверное, с собой взять. Нет? Значит, самому как-то забраться. Вот так, да? И сюда. Ага, отлично. Это работает. Наверное, не буду долго сейчас останавливаться на чтении. Уж больно интересно решать сами головоломки. Так, выше, наверное, некуда. Хорошо. Хорошо. О, собака быстро перелезла. Красивая какая. Животинка. Ну что, пошли правее. Так, это что такое? Мы окажемся в подземелье, если прокопаем здесь, да? Ну, как интересно. Эпс. Ну, предупреждать же надо, дети. Вот там лежит, кстати, секрет.
Секрет. Видите, за этими снарядами лежит крестик. Но если мы просто сунемся к снарядам, мы взрываемся. Это нам не подходит. Значит, туда нужно что-то бросить. А бросить здесь, похоже, пока нечего. Ладно. Давайте, может быть, что-нибудь найдем. Но туда идти нельзя никак. Видите, тут еще и череп с костями. Я как-то сразу не среагировал. Так. Так. Здесь, наверное, можно копать. Так, вот здесь еще что-то лежит. Это что такое? Это предмет с конкурса военных историй. Завязыватель шнурков, изготовленный полковником Люсьеном Дюфурмантелем, прадедом господина Бенуа Тьедре из расплавленной гильзы. Завязыватель шнурков, джентльмены. Кто бы мог подумать. Окей. Так, держим в уме то, что там лежит крестик, который, ну, явно нам нужен, потому что... Нужен же, да? Да, это третий предмет, который мы должны собрать. Ага, и вот там вот лесенка есть, да? Давай, ломай. Лесенка есть, если в нее чем-нибудь бросить, нам реально нечем в нее бросить. А, это можно спуститься вниз, давайте, может быть, найдем что-то, нет? Пейзаж, конечно, удручающий, друзья мои, удручающий. Посмотрите, после английского артобстрела тут, конечно, все сожжено. Так, сюда, наверное, тоже нельзя, потому что тоже взорвется. Так, а собачка что-то нашла и что-то копает. Так, она выкопала кость. Так. Значит, можно просто кость бросить. Давайте-ка мы используем ее здесь. Сначала эту косточку попробуем вот так вот ее метнуть. Ой, простите. Метнуть. Оп, да ежешь. Отлично. Это просто имба-кость. Все. Роем. Осторожно, снаряды. И забираем распятие. Очень кстати. Что за распятие? Просто распятие. Для верующих солдат. Так, кость отдай. Отлично. И давайте вот здесь, наверное, надо набросить в эти снаряды кость. Чтобы все взорвалось. Музыка мне очень нравится. Вот так, наверное, надо просто поступить. Ха-ха-ха-ха-ха. Одна маленькая кость, а какой эффект, джентльмены. И тут надо рыть. Так, тут тоже снаряд ведь, а? Ловушка? Черт, нельзя здесь копать. А кости, наверное, нету. Так, давайте-ка аккуратненько попробуем. Так. Может быть, наш собачок еще что-нибудь найдет. Только где она? Черт, пропала. И кости нету, и собаки нету. Провал. Ну, попробуем здесь покопать, может быть. Может быть, все-таки обойдется. А вон собачка внизу. Собачка-то внизу. Как быть? Ага. Так, вон там лежит компас сверху, но нужно рыть как-то очень аккуратно, чтобы... Чтобы не взорвать здесь все. Так, тихо. Нельзя рыть вниз, мне кажется. Да, с рытьем здесь как-то все не очень.
Не всегда он копает так, как нам хотелось бы копать. Вообще сейчас копать не хочет. Ага, так. Так. Так, теперь давайте как-то вправо надо, наверное, нет? Ой, сложная задача. Рытье этих траншей непонятных. Зароемся мы здесь. Оп, фейл. Так, давайте-ка еще раз попробуем. Вот так, наверное, надо. Вот так. И до верха дойти. Здесь вот компас забрать. Так, а тут задача не из простых, потому что снаряд лежит прямо вот где лежит. Будем копать, наверняка взорвемся. Ну-ка, пробуем. А нет, смотрите, нет. Обошлось, обошлось, прорыли. Да есть же, друзья мои. Свобода. Так, что ты нашла? Колбаса. Я бы, может быть, не спеш... Да я прямо вздрогнул сейчас. Что там такое? Ага, колючка. Бедное животное. А там еще эти уроды, и грузовик или трактор, что это такое? Он прямо едет, надо собаку спасать как можно быстрее. Британские войска продолжали атаковать Нёв-Шапель. На самом интересном месте. Целью был порт Артур. Ой! Наш американский друг Фред. Ну что, побежали? Так, он перезаряжается. Подождем. Пусть перезарядится еще разок. Отстреляется. Все, погнали дальше. Погнали, 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 погнали. Не останавливайся, пожалуйста. Что мы застряли? Там колючка. Бежим. Скорей. Надо быстрее. Быстрее кусай и прячься. Отлично. Все, перезаряжайся, а мы дальше бежим. Ай, тут грязь. Что ж ты такой неуемный? Хорош, хорош стрелять. Мы дальше идем. Это то, что наш друг умеет. Взрывать. Видимо, где-то что-то не работает. Так, берем динамит. Yes. Ага, так, он показывает, сколько он хочет. Два, три, два. Два. И что, и куда это бросить? Ну вот к двум я тебя подвез. Так, и что, и бросить тебе их? Загадочный ты парень. Так, ты показываешь 2, 3 и 2, да? Ты же 2 показываешь. Вот я взял... Две. Теперь я тебе их, наверное, бросаю, да? Оп. Отлично, есть, получилось. Так, теперь нужно три. Три лежит наверху. Так. Ты только не подорвись на них, дружище. А то это плохо кончится. Не добросил, да? Тут три, я надеюсь. Я правильно считаю до трех? Это очень важно понимать. Отлично.
Видимо, это не три. А сколько же это, по-твоему? Да подожди, остань. Остынь. Я вижу три. И ты просишь три. Я плохо считаю до трех. Ну, давай попробуем вот эту тебе бросить. Будешь? Нет. Так, ну тут четыре. Ты что-то такое нервное-то. Давай куда-нибудь переедем. А, стоп. Наверное, мы должны их... Сначала куда-то в разрывы цепи поставить, да? Вот. И в следующий разрыв нужно три. Он одну в разрыв цепи поставил. А теперь нужно остальные поставить в разрыв, да, дружище? Держи. Оп, отлично. Ну, мы же умные парни. Так, и следующие два надо. Не сразу поймешь, но потом вроде как можно разобраться. Так, двушечку берем. Набрасываю. Оп, держи. Втыкай. Ну все. Все, можно взрывать. На! Божественно бахнул, что по этому поводу пишут? А, нам рассказывают про взрывчатку, про то, что снаряды использовали часто. Ох ты ж, ёжик. Как все бумкнуло-то, друзья мои! Как все изменилось. Так, мы ничего пока не забываем, я надеюсь, взять. Компас у нас есть, ну окей. Так. Мачетка, все-таки что-то забыли, да? Все-таки что-то забыли. Где забыли, непонятно, давайте поищем. Может быть, где-то раньше что-то было. Да, похоже, что-то было, какие-то монетки. Ну, не вижу, ладно, неважно. Простим себе эту маленькую оплошность. Пойдем дальше. Что здесь? Нас тоже здесь... Так, здесь наверх. И... Ага. А вот он увидел. Эмиля увидел, как трактор грозит разбить собаку. И нам нужно, видимо, прицелиться от этого орудия и трактор уничтожить. По-моему, он чуть не убил Эмиля, ребята. Но вроде бы обошлось. Давайте уже проволоку раскусаем. Не собаку забьем, а проволоку раскусаем. Ну что, надо, наверное, кандалы ему раскусать. Да. Оп. Все, освободил старого товарища. Это прекрасно. Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали выпри неуловимого барона и его полк.
Ну что, в следующем выпуске нас ждет Ипор. Как вы видели, мы не взяли монетки, к сожалению, друзья мои. Если вы знаете, где эти монетки лежат, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам крайне признателен. Ну а на сегодня все. Спасибо вам. Подписывайтесь на канал. Ссылочка наверху. С вами был Ревун. И пока, это было прохождение Valiant Hearts, третья часть.